Всем доброе утро! У нас утренний эфир с практикой осознанности. Ну что же, я нажимаю на запись. Так, все есть. Так, все, запись пошла. Ну что, дорогие мои, давайте начинать. Холодно, у меня минус 4. Я все еще в своей светелке, обогреваюсь. И сегодня невероятное солнце. Вот мне очень хочется, чтобы у вас жило такое же солнце, которое сейчас на меня светит. И еще, наверное, сейчас начнем практиковать, и как обычно прибежит отвлекающий фактор. Он тут носится вокруг. Но сейчас, возможно, мы его увидим. Ну что же, садимся удобно. Садимся удобно на стул или на какой-то... Давайте-ка я, наверное... Сейчас. Садимся на что-то удобное. Это может быть стул, это может быть табурет. А может быть что-то еще, на чем вы себя будете хорошо, удобно чувствовать. Так, дорогие мои, наверное, сделаем вот так. Угу. Отлично. И садимся так, чтобы было удобно. Самое главное, чтобы позвоночник был вертикализирован, и вы сидели с вертикальным позвоночником. Если вам требуется опора, пожалуйста, обопритесь на что-нибудь. Это может быть спинка стула, это может быть стеночка. В общем, все, что будет поддерживать вашу спину. Вот к нам пришел... готовящийся тоже залечь в медитацию малыш, он растет и очень интересуется всем. Хорошо, теперь что мы делаем дальше? Вытянувшись, да, если вы, кстати, сидите на стуле и не в позе медитации, то ноги поставьте параллельно на ширине таза, стопы стоят параллельно, пяточка, дальше свод стопы проглаживаете и опускаете плюсневые суставы. Руки мы сейчас скрещиваем, не ноги, не руки, конечно, не скрещиваем, если только это не специальная поза. И, Сёма что-то наделал. Ребят, это не я, это малыш, который здесь носится, вот. Выгнать я его не могу, поэтому приходится вот так все это делать. Так, хорошо. И теперь, что? Ты хочешь играть? Или ты хочешь медитировать? Иди ко мне сюда. Вот, и мы вытягиваем теперь позвоночник вверх, макушечка тянется вверх. Затылочные бугорочки вверх, подбородок слегка направляем к себе, да. У нас как будто шейный лордоз, то есть шейный прогиб, немножечко расправляется, то есть шея выпрямляется, позвоночник натянут, а тело должно быть расслаблено. Теперь мы с вами проворачиваем плечи вперед, дальше переводим плечи к ушам и дальше вот отсюда... Опускаем плечи вниз. Хорошо. И закрываем глаза. Закрываем глаза. Сегодня сделаем практику с закрытыми глазами. У меня солнце такое. Хочется чуть-чуть прикрыть глаза. Потому что светит оно прям в лицо. И ладошки. Ладошки... разворачиваем тыльной стороной вверх и кладем на бедра, либо вкладываем ладонь в ладонь. У девушек левая ладонь подхватывает правую и соединяем большие пальцы, а у молодых людей наоборот, правая ладонь подхватывает левую, также соединяем большие пальцы. Я, например, очень люблю сидеть именно в таком положении, так лучше расслабляются плечи и какое-то вот ощущение законченности. Теперь мы с вами
настроимся на практику. Сегодня у нас с вами будет практика с опорой. Мы будем чередовать два метода. Практика с опорой и практика без опоры. В качестве опоры мы с вами выберем, вот я сегодня всю ночь практиковала опору на физический дискомфорт, у меня немножко так получилось, защемило шею и очень была сильная боль, и вот боль, дискомфорт тоже могут стать опорой для практики. Ну и дальше ты просто ее включается процесс осознавания, и дальше она может либо пройти, либо может не пройти, но, по крайней мере, вот этот момент, он становится очень осознаваемым. Но мы с вами сегодня не будем работать на дискомфорте. Мы сегодня с вами, наше внимание направим на точку нижнего дантяня, это, или центр нижнего дантяня. Это такой центр, который является аккумулятором нашей жизненной энергии. И он находится в четырех пальцах ниже пупка. Вот если вы возьмете ладошку, загнете большой палец, правую ладонь или левую, загнете большой палец и положите 4 пальца от пупка ниже, то там, где заканчивается мизинец, там у вас будет находиться нижний дантянь. И вот давайте мы сегодня обопремся на этот центр. На вдохе мы с вами будем как будто вдыхать этим центром. И на выдохе мы будем туда энергию утрамбовывать, да? Вдох вдохнули, выдох утрамбовали. И все наше внимание находится там. Если оно куда-то соскользнуло, тогда мы его возвращаем в нижний дантянь и, соответственно, вдыхаем и утрамбовываем на выдохе. Да? Вся практика у нас сегодня будет в этом. Итак, практика в нижнем дантяне, и посвящаем все наше действие во благо всего, всех живых существ, и на благо тоже себе, потому что мы тоже живое существо. Дышим носом, вдох наполнились, выдох отпустили. Если дышать носом не можете, дышите ртом. Если простуда или какие-то сложности с дыханием через нос, конечно, дышите ртом. Те, кто дышит носом, кончик языка на бугорок за верхними зубами, за верхними резцами. Есть такой бугорочек, вот аккуратно туда положите, пожалуйста, язык, кончик языка. Теперь размыкаем губы-зубы, отпускаем нижнюю челюсть, она расслабляется, оттягивается. Расслабляем виски, скользим вниманием чуть ниже висков и расслабляем сустав височно-нижний, челюстной. Это место крепления нижней. И начинаем сверху вниз. Все тело становится таким мягким, жидким. И только позвоночник вас держит. И дальше мы внимание переводим в нижний дантянь. 4 пальца ниже пупка. Вдох, нижний дантянь, как будто вдохнули им, втянули в себя во время вдоха энергию и во время выдоха утрамбовали.
и все внимание в этой, в этом центре, в этой части тела. Вдох, вдохнули этим местом, выдох, утрамбовали энергию. Внимание в нижнем дантяне. Вдох, вдохнули. И выдох, энергию утрамбовали. Если убежали в мысли, вдруг воспоминания, в планирование, в какие-то, во что-то, что не связано со вдохом и выдохом в нижнем дантяне, спокойненько этот момент отследили и вернулись к нашей изначальной задаче. Вдох и выдох нижним дантяном, 4 пальца ниже пупка. И сейчас мы с вами внимание опустим. Внимание может свободно передвигаться туда, куда оно хочет двинуться. И мы просто наблюдаем за тем, куда передвигается наше внимание. Свободная осознанность. Мы отпускаем опору и позволяем вниманию двигаться свободно. При этом мы наблюдаем, куда оно смещается. Да? Как будто стоим, отпустив питомца, с которым вышли погулять, отпустили с поводка,
питомец бегает, и мы за ним наблюдаем, стоя на месте. И, дорогие, чем больше вы будете замечать детальнее, да, вот эти отвлечения, потому что в моменте их может быть сразу очень много, этих векторов, да, не отвлечений, а смещений, смещений внимания, вот старайтесь зафиксировать как можно больше одновременно векторов движения вашего внимания. О чем это? Например, одновременно, почти одновременно у меня внимание в правом ухе, в тепле, которое идет через правое ухо, дальше в больших пальцах, на там, где они соприкасаются, в ладонях, в центре внутричерепного пространства, то есть это почти одномоментно у меня, да, и я вот все это стараюсь различить, пронаблюдать, да, заметить. Я это замечаю, где у меня внимание. И сейчас мы внимание с вами возвращаем в нижний дантянь, опять вдох нижним дантянем и выдох областью, которая 4 пальца ниже пупка. И вдыхаем этим центром, и на выдохе утрамбовываем туда энергию.
сейчас делаем глубокий вдох, шевелим пальчиками рук, пальчиками ног, или немножко осознаем свое тело, да. Растираем ладошки, глаза еще закрыты. И горячими ладошками растираем лицо. Массируем волосистую часть головы. Протираем подзатылочную область, шею. Перетекаем на шею спереди. Подбородок. Еще раз лицо. Тихонечко открываем глаза. Ну что ж, дорогие мои, практика выполнена. Где у нас тут малыш? Ага, он с нами был. Он тоже медитировал. Так, и сейчас я эфир выложу. Практикуйте, пожалуйста, выполняйте эту практику. Наверняка во время практики появлялись какие-то новые ощущения. Я буду рада, если под постом с выложенным эфиром вы напишите о том, что ощущалось в теле во время этой практики. Ну и вообще, как у вас сегодня прошла практика, как вы сейчас себя чувствуете, как вы себя чувствовали до практики и после. Да, и эту практику можно делать ежедневно. Хорошо ее делать, особенно хорошо ее делать по утрам. Можно и днем, но лучше. Можно даже и вечером, если вы чувствуете, что